Почему Путин так неистово издевается над Мариуполем и над его героическими защитниками? Кто такой Путин? Он искусный дьявол, интригант и раскольник. То есть это самое любимое его детище. Раскол интриги. Интриги и раскол. Если очень коротко, сжато, кто такой полк Азов? Это бывший патриот Украины, это наши братья харьковчане, это соль земли нашей слобожанщины, слободы. Это националисты большей части восточной, выходцы с восточной Украины. Не покананные, а не Порошенком, а не тому всему. То есть это самостоятельный добробат. Значит, Путин понимает, что вот непослушенство Азова и может, если Путин додавит Азов, естественно, сдаться не выйдет. Но поскольку, представьте, националисты, проукраинские патриоты, которых как бы кинула вся Украина. Вот чего добивается Путин. В лице это будет Зеленского, с которым, с Азовым были, с Белецким Андреем конфликты, то ли еще с кем-то, это не имеет значения. Будет прямо пятно пожизненное, что продавили Путятина, который дьявол искусник, продавили Мариуполь, его не отстояли, не спасли бойцов, то есть кинули. Вот чего добивается Путин. Можно тут еще больше углубиться, но я уже не стану. Главное, чтобы это не висело на всей Украине, во всем мире. Потому что это будет раскручиваться. Что вы, ваши националисты, да, им помешала зеленка. Нету там лесных насаждений, степи, трудно добраться. И тому подобное, то, что рассказывает Арестович. Но де-факто будет то, что нация украинская как бы не смогла, хотя и произошла мобилизация и тому подобное, не смогла защитить своих самых драгоценных патриотов. А потом уже Скобеевы и свинособаки будут раскручивать это, придумывая свои причины. Потому что там кто, какой нации, где обитает во власти Украины и тому подобное. Или кому нужен или не нужен был полк Азов. Хотя они герои, они оттягивали на себя, сковывали там те и все силы. Но так вот вышло, что вот, то есть нельзя допустить, чтобы полк Азов остался или убитым, или, не дай бог, плененным. Ну, плененным это невозможно. Вместе с мирными, теми, которые спасаются от свинособак военщины путиновской в Азове, в Азовстале. Fighting soldiers from the sky, fearless men who jump and die, men who mean just what they say, the brave men of the Green Beret. Silver wings upon their chests,